А кто нас встречает А кто нас встречает дома? дома? День рождения нашего Денечки. С днем рождения. Спасибо, спасибо, красотыньки. Давай, робот. Таскиваем свечи. Так, мне нравится вот этот вот образ, который я одеваю. Надеваю. Все, Деньку проводила, короче. О, прикольно. Такой, как это, Little Girl Style. Ну чё, я пробыла дома весь день, монтировала видео, отвечала на письма, одно видео сняла, и уже вечер, девочки. Раз-два и вечер. Я решила пораньше сегодня забрать Денечку с садика, поэтому сейчас пойду, пока светло еще. Узнаю, как он первый день провел. Я решила далеко никуда не ходить, поэтому мы с Дэней сейчас зайдем в магазин, в Пятерочку, рядом тут, и купим деткам угощение. Возьму соки маленькие, ну сейчас посмотрю, еще барни возьму, ну, там в пачке прям их несколько штук, несколько барни пачек возьму и разделю, и по пакетикам разложу. Может, сейчас еще какие-нибудь конфетки посмотрю, что там по ценам. Нужно же 22 штуки взять. Так, взяли 5 бачек, 5 пачек барни, они по акции были, представляете, с шоколадом. И еще сейчас соки тоже, я смотрю, по акции у нас 19,99, вообще классно. Короче, набрала полный пакет, получилось 22 сока, 23 сока я взяла, Деньке сейчас тоже сок, и 5 пачек барни. Получилось 835 рублей, еще сегодня по средам у них это... Скидка идет. Упаковка 20 штук. Нет, там в упаковке 5 штук. Почему пишут упаковка 20 штук? Здесь же всего лишь 5 барни, правильно? 5 медвежат. Вот, почему там написано упаковка 20 штук. Это, наверное, их какой-то там, да? Вот упаковка 20 штук написано. Короче, скидка еще была тут 440 рублей. Это скидка по средам, это семейная какая-то скидка, я так понимаю. Ну круто, 440 рублей скидос, да? Вот, а еще я заметила, что у них цены пишутся без НДС, похоже. Потому что цена была 19, там 99, 60 рублей барни, а здесь уже 20,84, да? И барни 69,99. А не 60. Короче, такое дела. Еще внимание, девочки, вот эта бутылка, короче, с фикс прайса, она как-то плохо закрывается, то ли что, она постоянно протекает. И Денька как-то ее так закрывает, непонятно. Короче, уже второй раз она протекает, и все вещи мокрые сейчас сушатся, которые были в рюкзаке. Так что она такая больше для дома. Лучше с собой не носить, наверное. Всем доброе утро, девочки. Представляете, Пятерочку сделала заказ. Они мне зеленые бананы принесли. Вот как это отследить? Зеленые здоровые бананы. Вот, сволочи. Короче, мы тут оливье делаем. Сегодня собираемся пригласить. Мама приедет сегодня, и Виталик приедет, и ну, с семьей. Куда ты лапы свои тянешь? Барсик везде просто. Офигевший кот. Ой-ой, что это такое? А что ты по виду, мне кажется, узнаешь, не по запаху. Смотрите. Короче говоря, мини-стол сегодня будет. Всем доброе утро, мои хорошие. Да, сегодня 23 сентября, день рождения нашего Денечки. Сегодня мы с ним встали, я его поздравила, сказала, что ему уже 5 лет. Он понял, что он уже большой. И сегодня я целый пакет, вам вчера я показывала, целый пакет оттарабанила в садик. В общем, разложила все по пакетикам. У меня еще с шоурума остались маленькие пакетики, 22 пакетика. Разложила туда по соку, взяла яблочный осветленный, потому что, мне кажется, у него, ну, мало ли там, может, какие-то соки нельзя, а яблочный сок, мне кажется, можно всем. Вот, и по барни положила, ну, по одному барни. В общем, получилось на 850 рублей где-то все это угощение. Я думаю, нормально. Не знаю, скинут мне, не скинут сегодня там видео или фото поздравления, как в садике будут поздравлять. Интересно. Обычно других где-то просто скидывают. Вот. А, знаете, до своего иногда доходишь, и ничего тебе не скинут. Ну, не знаю, посмотрим. Короче, у них там ажиотаж такой большой.
Вот. Чё, Денька вроде нормально сегодня встал, выспался, но он не хотел в садик идти, пока я ему чупик не купила в магазине. Мне нужно было еще Барни там докупить. Сегодня все равно день в день, как бы мы этот день не пропустим, поэтому сегодня я хочу съездить за тортиком. У нас в центре есть какая-то кафешка, о которой я не знала. Там продают какие-то сумасшедшие вкусные десерты. Так мне сказала девочка, которая делает мне маникюр. Она там недалеко работает и говорит, а ты слышала про магазин «Три орешка», что ли, называются? Я говорю, нет, там такие десерты, там что у них не возьмешь, все вкусно. И она говорит, там есть один какой-то банановый торт. Говорит, я ничего в жизни вкуснее не ела. И так она меня им соблазнила, что мне захотелось его попробовать. И сегодня, думаю, такой повод, чтобы попробовала не только я. Говорит, она там цены высоковатые, конечно, но оно того стоит. Ну, я думаю, что повод есть, и оно того стоит сегодня заехать в этот магазин. Вот, и сегодня что, мы сделали оливье. Свекровь у меня намешала оливье. Вот, я с утра уже работаю, и, в общем, короче, сейчас поедем уже по делам и заодно по магазинам. Ну, в общем, оливьешка будет, может быть, порежем колбасочку и тортик, задуем свечи. Денька любит задувать свечи. И придет мама, брат с семьей. Ну, и завтра уже свекровь провожаем, поэтому сегодня такая мини-посиделочка будет. Поехала в «Три орешка», вот оно кафе, видите, у нас такое, и вот взяла банановый торт. Выглядит он скромно, но по описанию он, мне кажется, будет очень вкусный. Сегодня попробуем. А кто нас встречает дома? Цветочки! Цветочки мамочки. Да, пришла раньше нас, мы пока ехали. Мамочка, поздравляю тебя с днём рождения сына. Спасибо, дорогая, спасибо. Как и его. Вот, Денечке, вот такой вот подарок. Деня, смотри, что бабушка тебе. Что там бабушка подарила? Игрушки. Игрушки, у тебя же день рождения. Это Тетрис или джойстик, я не знаю. Я не знаю. Сейчас разберемся. А ты не открывай, пусть он сам. Он любит распечатывать, да? Будешь распаковывать подарок, Деня? Да. Только кроссовочки сними сначала. Давай, снимай кроссовочки и будем это смотреть. Покажи, что это такое. Что-то приколюха какая-то, да? Моя да. Интересно. Там 500 игр. Заряжается как телефон с аккумулятором. Офиг, ему понравилось. Да, и там, короче говоря, куча там и стрелялки, и там этот Марио. Не знаю, вы в детстве, может быть, с Виталиком... Тетрис играли, но такого не было, что цветные ой, все дела. Да. В общем, спасибо. Там ой, еще куча кто-то всего. Идет. Кто-то еще. Еще кто-то. Открываем. Спасибо, дорогая. Смотрите, оливье. Я уже поела. Мама, оказывается, сделала себе тоже оливье дома. А Деня будет оливье? Да. Будешь оливье кушать? А? Теперь отказывается, да, у нас есть оливье. Ну ладно, ждем Виталика и Настюлю, да? Наташа еще у нас в этом на работе. Ну, короче, Виталик, Настя придет, и мы уже тогда достанем торт. Поэтому их ждем, и Деня тоже ждет. 3 часа. Я вообще сегодня не по-праздничному. Сегодня вот чисто расслабонский день рождения, Деня. Настя, Виталя, открывай. Они уже идут. Открывай. Вы где? Мы как всегда. С днем рождения. Спасибо, спасибо, красотыньки. Разувайтесь, мои хорошие. Дождь попали, успели потом. Быстренько. Дождь пошел. Едем в такси. Говорит, там дождя нету сильного? Нету. Едем по России, смотрю, не видим сейчас. Да. Спросила на свою голову. Ну давайте, раздевайтесь, торт вкусный. А, вы еще не знаком? А, вы, ты же была. Нет, ты не была тогда, нет. Когда а, все? А, я же тогда не была. Жена моя, Наташа. Наталья. Я уже поела. Надежда Ивановна. Мама Лилиана подхватила. Да? Какая? Это подарок бабушка подарила ему. Такой тетрис. Деньги типа это, да? Да. Типа телефон, да. Шапку снимай, краса. Подожди, еще раз скажи. День рождения, тоже подарки. У него день рождения сегодня. Сегодня день рождения, а будет воскресенье. Да, воскресенье. Ну, потому что никто не работает в воскресенье. Будем отмечать все. Там будут приключения у вас всякие разные. А день рождения у него сегодня. Да. Отмечать воскресенье. Ты мне уже говорила. Так, оливье будете? Сломалось? Тут ну брось. Да, да, оно уже ломалось. Положи вот сюда. Положи вот сюда. Вроде сумка не такая тяжелая. Да, сделаем. Вот сюда вниз положи.
Вот так, прям вместе с этим совсем. С вещами? Вот да, вот так прям. Хотя бы так, на саморезике. Тоже вот сюда можешь положить. Надеюсь, не упадет. А что с ней, она разваливается? Она не свалится. Да, она тоже чуть разваливается. Вот сюда, Натали. Вот туда вешаете все. Вот сюда? Да. Елочка будет такая. Так, Оливье, кто будет? Я, мы. Коса какая. У меня вот такая же в детстве была коса. Оливьешечку. Какое каре? Нормальные волосы. С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения, дорогой! С днём рождения тебя! Загадывай желание! На Насте такой, зырь, такой быстрее налила. Втаскиваем свечи. Торт должен быть наивкуснейший. Сейчас разрежем, посмотрим. Там банан, карамель, песочная. Да. А? Не-не, на день рождения будет другой, красивый. Этот... Так, тортик, смотрите, как он сбоку выглядит. Мы его поели все. Довольно-таки вкусный тортик. Единственное, что он, ну, единственное, что он такой сладковатый, на мой взгляд. Мне сейчас так хочется пить. Но всем понравился. То есть вкусный десерт, стоит попробовать. Сверху вот это сыр маскарпоне. Свежий идет у нас, видите, бананчик. Внизу это карамель, а по бокам это из песочного печенья. Так, Деньке папа подарил игрушку, но играют с этой игрушкой все, кроме Деньки. Сейчас ею играет Виталя. Где игруша? Меня атаковали? Меня за что вообще? Вот еще у нас робот. Потом покажу все игрушки, все подарки. Отдельно. В этом влоге. Сейчас будет все. Сейчас все будет. Мы ей долго учимся управлять. Опа. Теперь оп. Нравится? Конечно. 40 подойдет. Это уже 100. Поехал, смотри. Ой, только не в мокрое. Ну, так, вот посадить его, кстати, очень сложно. Как удобно иметь посудомойку, именно когда много гостей. Смотрите, сейчас и оливье поели, и тортик поели. Все быстренько вот так трын-тын-тын-тын закинула. Все, 3 минуты и поставила. Удобно. Все. Гости все ушли. Весело. Весело было, короче говоря. Ну, так, по-скромненькому посидели и хорошо. Как вы заметили, Денькины подарки, Денькины гаджеты очень понравились взрослым. Их играют. Вот сейчас буду потихоньку показывать, что подарили. Наверное, в этом влоге я покажу, что сегодня подарили, но что-то еще подарят, потому что не все успели подарки вообще купить. Сегодня вообще спонтанно, честно говоря, мы собрались, сейчас глаз чешется. Сегодня спонтанно собрались, я сегодня вообще не думала, что сегодня кто-то что-то будет кому-то дарить. Вот. Но подарки принесли все равно, поэтому сейчас покажу. Дай на секунду. Как вы поняли, бабушка Дэнни подарила вот такой вот, вот такая игрушка, я не знаю, это типа маленького Дэнди, знаете, как вот раньше мы играли. Здесь 500 разных игр всяких, Марио, танчики, как вот когда-то был Дэнди. Вот, заряжается как телефон. Дай мне. Дэнке нравится, никому не дает. На. Дай. Настя тоже такой захотела. Давай. Иди сюда. Настя тоже такой захотела, и бабушка пообещала ей купить. Так что скоро у Насти такой будет. Точнее, у Насти вместе с ее папой. Так, бабушка Денина. Вторая. Вчера целый день потратила на поиски, вот что Денечке приобрести. Вот, короче, вот такой костюмчик подарила, обалденный нам, смотрите, тепленький уже, будем носить, все в наших цветах, в нашем стиле, вот, спасибо бабушке нашей за такой классный костюмчик, все,
Ну, как вы поняли, дроны вот эти подарил папа Дэнни. Два таких дрона, один черный, один белый. Они с двумя джойстиками. Сейчас не знаю, где черный, уже посеяли. Короче, он поднимается, управляется. Вот Виталька сегодня с ним управлял. Прикольно, им можно управлять, классно, но если он прилипает... Короче, его сажать пока трудно. Вот все мы учимся его сажать. Ну, и дома играем. Нет этого, этом Дэнни. Дома играем, и на улице можно играть. Продается такая игрушка в детском мире. Вот, как они выглядят. Такая коробочка. Вот. Sky Fitters. Черные и белые. Вот такие вот дроны. Так, и еще один подарок, который подарил папа. Вот такой вот у нас робот. Сейчас вот он включается вот так. Становится и ездит. Он такой самостоятельный. Он... что он делает? Он танцует. Он поворачивается тут рукой вот так. Вот, родители поворачивают. Сам ездит. Он, короче, живет своей жизнью. Он, короче, живет своей жизнью. Поехал. У него есть поднос, который входит в комплект. Он может носить напитки, привозить. Сейчас покажу. Когда ему вставляешь так поднос, у него включается режим подноса, видите, он горит другим цветом. Можно поставить что-то, сейчас поставлю. Вот ты, ну ты ему так не ставь, он же, надо ему помогать. Иди сюда, аккуратненько ставь, аккуратненько. Да не так, рыба. Смотри, аккуратненько. Смотри, ставишь вот так, он удерживает. Опа, поехал, смотри. Ла-ла-ли. Яблоки привозит. А может и второе. Аккуратно только, аккуратно. Два везет яблока. Вот это вот робот у нас. Поехал. Куда поехал? Если стукнуть ему по голове, он танцует. Дэнь, танцуйте с роботом. Дэнька танцует с роботом. Да, это прям ходячая реклама для робота. Короче, робот такой продается в детском мире. Эй, просыпайся, робо. Робо. Ты чего швыряешь? Смотри, он сказал, ау. Смотри, аккуратненько его за ручку вот так. Вставай, робот. Вот. Робочка. Робочка. Робот. Робот там. Танцуй! Давай! Танцуй! Танцуйте вместе! Иди сюда, танцуй, Дэнни. Там тарарам, тарарарарарарам. Давай вместе танцуйте. Нравится робот? Мне нравится. Классно, да? Танцуйка. Короче, на сегодня вот такие вот классные подарки у нас. Теперь мы будем укладываться спать, потому что я устала, если честно.